Ну что ж, я думаю, что настала пора попить бокалы за первый тост. Первый тост очень важен, поэтому скажем его все вместе. Поэтому дожевывайте. Тщательно. Красную икру лучше глотать. Ну вот, слова очень простые. Слова всего лишь их несколько. Совет да любовь. Все. Но эти слова очень серьезные. Поэтому мы сейчас будем все вместе их говорить. Дамы и господа, внимание, внимание. Я говорю, мы желаем молодым, ну, после этого мужчины, как можно громче, говорят слово «совет», после мужчин, женщин, как можно громче, говорят слово «любовь». И кто громче крикнет, соответственно, решат судьбу, кто будет в семье командовать, Константин или Ирина. Да, даже так, понятно. Поэтому попробуем. Готовы? Только женщина, а, не мужчина, хорошо. Проверим. Мы желаем молодым. Мужчины? Совет! Женщины? Любовь! Это репетиция. Блин, вы так стараетесь. А вот теперь тост. Два раза громче. Мы желаем молодым. Мужчины? Совет! Женщины? Любовь! Кто громче? Женщины! Женщины громче? Да. Ну, Костя. Женщина, не прикричишь, пусть кричит. Это хорошо. Значит, она здорова. Советом да любовь. Счастья вам долгого. Дома вам теплого. Детей вам красивых. Чтобы вместе были счастливые. Родители здоровые. А зарплата огромная. Выпьем за любовь. Yeah!